А ты тоже хочешь попасть в новый видос школьника и стать самым крутым подписчиком? То тогда лайкай видос, пиши крутой комментарий и вуаля, все получится. Я в тебя верю. Всем здарова, дорогие подписчики, с вами как всегда Диман, также Дони, и мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, а это рубрика «Автогонщики против копов». Кокусяндра, дорогие мои. Да, ребята, сегодня у нас новенькая подборочка тачек. Это у нас получается реактивный гелик, Ламборгини, вторая Ламборгини, Драк Веста, ну и, соответственно, ребята, Феррари. В общем-то, эти машинки я попытаюсь угнать у Дони. И, конечно же, надеюсь, что у меня все получится. А вы, ребята, пишите об этом в комментариях, получится или же нет. А также напишите, а как сильно вы любите данную рубрику, с каким словом она у вас ассоциируется. Первое, что приходит в голову, прямо сейчас давайте напишем. Вот, ну и не забывайте, конечно же, ставить лайки. Ну а мы начинаем. Давай, поехали. Короче, коп, мы уже готовы. Да? А ты готов? Я готов. А, ты готов, говоришь, да? Ну это хорошо, что ты готов, но я бы хотел все тачки угнать, как минимум. И хотя бы увидеть тебя. А на чем ты ездишь? Расскажи, пожалуйста. Ребят, вы его видели? Напишите в комментариях. На танке. На танке братан, ты ездишь? Да. Серьезно? Да, ладно. Же ничего не угоню таким образом. Гоня, братан, просто, понимаешь? Я просто понял. Короче, ребят, напишите в комментариях, если вы его видели. Вот, ну просто я пока ничего не видел. Нет, я не видел тебя, вот честно признаюсь. Я тебя не видел, поэтому... Ладно, окей, хорошо. Бегал. Хима, что-то было? Где? Так это я тебя пинал, смотри. Где? Да где? Прыгун ты, блин, а? Куда побежал? Где? Куда это бежишь, не я! А? Да это не я! Куда бежишь, а? Да это не я, успокойся, это не я! Какая это не сила, я! Слышишь, да это не ты. Я, успокойся, я... Я... Да? Котик! Ты кота не трогай! Кис, прыгай в тачку! А, давай, я прыгну! Нет, спасибо, я побежал дальше. Я надеюсь, что я маленький, ты меня не заметишь, как минимум. И это мне сыграет только на руку. А где ты? Я кустик. А где ты? Я кустик. Сам ты блохастый, я травленный. Ты травленный, блохастый? Да. Фу! Воняет у тебя. У тебя катализаторы вырезаны, поэтому воняет. Понимаю. Да? Куда ты бежишь? Я понял. Короче, я понял. О! Что? Ты умер? Да. Понимаю. Неплохо. Нельзя? Я понял. Ладно, вернулись. Вернулись, улыбнулись. А ты меня видишь, да, я надеюсь? Ну, точнее, не видишь, да? Я не знаю. Точнее, ты не должен меня, по идее, видеть? Ой. Если ты не переодевался, я бы тебя не видел, конечно, да, братан. Ты, конечно, молодец. Ну, ладно. Карусель. Я как бы вернулся, но... Да ладно, короче, я понял, что у меня и прыжки отключились, поэтому я тупо не прыгну выше этой крыши, поэтому не найду тачку, поэтому я скрываюсь. А попробуем заново. Короче, мы продолжаем, но, братишка, я могу лишь только одно сказать, что сегодня я все свои планы реализую. И у тебя да не останется шанс... Люлей, я знаю точно. Сав. Шансов. Что тебе нравится? Что ты люлей огреб. Надеюсь, это был твой план на сегодня. Люлей огреб, да? Ну ладно, надеюсь, что... Нет, это не мой план, как бы, надеюсь, да охренеть, что происходит сейчас. Это мы не проходили, это нам не задавали. До свидания. Надо мной дирижабль был, я думал, это ты. А я сюда? Ай, не попал. Я не попал. Во, теперь я точно попал. Да все забудь, даже не думая. Это вообще нереально меня догнать. Это же пина. Это пина. Нет, братанчик, я тебя потерял. Аккуратно, так. Куда делся? И мат уже шел. Я уехал налево. Я всегда люблю уходить налево, ехать налево, вот. Да что ты понимаешь? Ты ничего не понимаешь в этой жизни. Серьезно? Когда я стану кошкой, у меня все получится. Ты уже был. Ну да. Здорово. Че, как сам? Что делаешь? Че, как дети? Все в порядке? Слушай, да.
Да ё-моё! Я постоянно на тебя засматриваюсь и потому врезаюсь не туда, куда надо. Ладно, короче, все, хватит с тобою шутки шутить, вот, ну вот честно, пора сваливать. Врезался. Я это заснял. Да, это я это заснял, снял. Сюда несу. Видео камеру. Ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Юру я тоже несу. На-на-на-на-на-на-най. На-най-на-на-на-на-най. Так. Где ты, молодой? Ты где? Да, тебе скажи. Ты меня решил обмануть? Ну, конечно. Ты решил меня обмануть? А я тебя сам обманул. А как ты меня увидел-то, а? И я же вроде красиво сваливал. Ну, сваливал-то сваливал, наверное. Где-то, куда делся опять? Здесь как-то прикол был, если Юру поспас, короче, машина стояла снизу здесь буквально, вот. Был прикол такой. Да? Я не знаю, где-то, да, все, я тебя потерял, кажись. Серьезно? Кажись, потерял, кажись, тебя. Да, не знаю, где-то. А это, ну, не может как бы не радовать, с одной-то стороны, а с другой-то стороны радует, но не меня, а то, что с одной стороны... ничего не получается у меня, я не понимаю, как свалить. Поехала. Офига, серьезно? Как свалить-то? Как ты меня заметил-то, а? Ты я розовая попка. Я здесь кругами катался, и ты выехал зачем? Кругами катался, говоришь? Да. Я понял. А я все понял. А я все понял. И я пригнал, короче, первую тачку. Ну, это хорошо. Вот. Да, я думаю, это идеальное место, поэтому, ребята, просто оставляем здесь, как бы, и отправляемся тогда за следующей машинкой. Чего? Чего? Идеальное место, братан. Да, я думал, короче, сыграю чисто такую лоховскую нычку, найду такую, буду туда засунуть, ты не заметишь, и все будет хорошо, но что-то пошло не по плану. Я бы не заметил, реально. Ну ладно. Если бы ты не заехал туда, я бы не заметил. Ну ладно. Что-то мы с первой тачкой прям очень долго катаем. А, ты улетел, да? Понимаю. О. И куда ж ты делся-то? Леха! Ты! Блин! Ты какого? Так тебе везет сегодня! Я уже второй раз спрятал тачку, да. Если бы не твою, вот эти вот всякие там. Ах ты! Ну, я понятно, что с тобой. Врезался он. Почему именно на этом? Почему именно на этом участке ты врезался? Ладно, короче, все, пока. Прощай. Ничего не обещай, все, что знаешь. Я пойму. Только мимо проезжай и оставь меня одну. Точнее, одного. Вот. Одну тебя оставить? Одну, да. Куда ж ты делся? Что с тобой сделать-то? Куда ж ты делся? Что с тобой сделать-то? Куда ж ты делся? Ну, тебе скажи. Да, конечно, гонщик нереальный, нелегальный. Я еще тот реальный нелегальный. Я на самом деле даже, ну, не знаю, ну, типа, как бы, знаешь, типа, я такое себе бы, куда поехать, вообще непонятно, но я думаю, что... Что? Я не знаю, что я думаю, я ничего не думаю, я ничего не знаю. Короче, ты оставим тачку вот здесь, вот, это первая тачка, первая офигенная нычка, долго мы катались, ребят, надо ускоряться. Давай. Мы продолжаем. Где тачки, братан? Где тачки? Расскажи мне. Только одну забрал, да, по идее? Вот да, только одну. Получается. Ну, я знаю еще нету. Парочку, как минимум, точнее, одну. Вот, и... Одну знаешь еще целую? Да. Только одну знаю. А что такое? Ну так, ага, здорово. Здорово. Бот так зашел резко. Здорово. Нашел драк веста, пацаны. Нормально. Все, сушите привод, свои штаны. Веста. Тихо. Ой. Там воду не улетел. Пока. Нет? А, в смысле? Я же хотел тебя ударить. Чего? Хотел тебя ударить. Вот. Я хотел тебя в воду. Да я... Зачем мне воду? Я на суше. Блин, а ты, ну а ладно. Воду, да? Повезло тебе. Нет, я не воду.
Я не воду, я не вожу, я не вода, понял? Я просто уезжаю, я просто оставляю тебя одного с твоей Бугатти, почему бы нет? Ладно, короче, я знаю, что напрямую ты меня хрен догонишь, потому что Драквеста это жестко. Драквест невозможно. Наверное. Давай, давай, давай. Аккуратно. Вопрос, как ты будешь врезаться только, как я буду врезаться на самом деле. Аккуратно. Слишком много есть но в этом звене. Но всегда много. Но всегда должно быть одно. Как бы раскочегарить ее. Пока все в порядке. Ну да, ты видишь просто, как я страдаю, как бы. Да я знаю, я вижу. Было красиво. Было красиво, невозмутимо. Где же ты делся? Вот это... Я не понимаю, это сейчас серьезно? Неисправимо. Я просто... Ему! Чего? Серьезно? Серьезно? Там серьезно вообще? Серьезно? То есть вы хотите сказать, что, ребята, я нашел вторую быструю нычку и изи? Да ладно! Серьезно? Я не поверил своим глазам, но и ушам тоже не верю. Ты упал на крышу? Например, ты на крыше не остался? Все, я спрятал первую тачку, все готово, изи, а мы отправляемся дальше за следующей. Давай. С тобою. Все нормально, да, все, погнали. Короче, братан, я просто скорость, я самый быстрый на районе, а потому мне нужно быстро угнать все тачки, и поэтому я буду работать. Буду работать просто. Просто буду работать, как... Ема, невозмутимый наглый автогонщик. Да я еще тот наглый. Эй! Аккуратно. Да, она меня придавила. Она меня задавила. Да сесть! А она не сидит, садись. Да что? Что? А, все, пока, спасибо. Она, говорит, не садилась, но я сел. Я сел. Но, да. Как говорится, задумка была хорошая, реализация подхромала. Да. Ну, переверни, пожалуйста. Спасибо. Еще? И еще... Ну, ладно. Пока, братанчик. С тобой было, конечно, хорошо, весело, но... Извини, я ухожу. Далеко, надолго и навсегда. Понял? Да, понял. Далеко, надолго. Я ничего не могу на ней сделать, честно говоря. Это меня прямо напрягает, откуда здесь забор. Ну, ладно. Он здесь всю жизнь был. Ну ладно. Уже как 8 лет он здесь стоит. С 2005 года или какого там? Нет, с 2015 вроде. 13-го. 13-го, ну ладно. 2013-го. Это как это вроде бы Сан Андреас вышел, если не ошибаюсь. Ёма! Изи! Я видел. Ну ты же не видел куда? Нет, не видел куда. Минута! И я угнал тачку! Идеально, ребята, мне сегодня просто везет. Ладно, отправляемся тогда за следующей машинкой. Я сегодня преисполнился во всех своих угонах, что могу понять и простить тебя, если вдруг у тебя что-то не получится, вот, и... не расстраивайся, я тебя в автогонщики возьму с собой, понял? Как бы не расстраивайся. Ну ладно. А где? А где просто? Ну, как бы... Хороший вопрос на самом деле. Вопрос действительно хороший. Мне нравится то, что боты умирают, когда в них врезаешься, а вот ты не умираешь, когда тебя врезаешься. Я, короче, пошел. Ай! Да отпусти. Я провалился. Не, спасибо, не хочу. Я чистый. Ты подмылся. Я просто... А как я... Как ее забрать? По лестнице поднимайся, вон лестница есть. Ну ладно. Хорошо. Я случайно заметил только после того, как ты меня ударил, как бы. Вот, и все. И все. А где тачка? В смысле, ты перепрятал ее? В смысле, ты перепрятал ее в другое место? Я уже забрался. Я перепрятал другое. Куда ты ее засунул? Где она теперь? Я не вижу ее. Стоямбочка. Ты ее увидишь. Ты ее. Я хочу сейчас ее видеть немедленно. Ты сказал, помоги. Где она?
Да нет, не все, она в другом месте вот стоит вообще, в другом. Совсем. Я все понимаю, но как бы у меня время идет, и это прям такое напряженно. Ну ладно. Короче, знаешь, где гелик? Не знаешь, где гелик еще? Нет. Короче, около гелика стоит машина еще. Прям. Около гелика, хочешь сказать, да? Да, но это тебе ладно. Помог же, все нормально. Ну, да, помог ты мне. Помог. Короче, на самом деле, я еще кое-что не проверял, я, наверное, отправлюсь туда. Вот, отправились туда. И может быть что-то интересное я-то и замечу, а может и нет. Ага. Тут пока нету ничего. И тут тоже ничего нету. Обидно. Ребята, где, как вы думаете, находится машина? Че? Ржешь? Да я слышу машину, которая поднимается. Куда? А, во! Здорово. И что мне выбрать, типа, ламба или гелик, да? Но так как гелик вроде же реактивный, поэтому я выберу его. Ну все, пиши пропало, братанчик. До реально? Свидания, ю-ху! Далеко собрался? Я на самом деле далеко собрался. Ты меня не догонишь. Ты меня не найдешь. Потому что то, что я творю, невозможно повторить кому-то еще. Так, да. Ой, ни хрена не вижу. Ляха-муха, где ты? А, Юма, ты сзади был? Ни хрена не вижу. Ну да, я был сзади. Вот, отдыхал чуть-чуть, так скажем. Пытался проехать и найти проезд. Да. И как, нашел проезд? Да, нашел. Нашел. И вроде как ушел, и я что-то нашел, вот, а нашел ли ты проезд, вот, непонятно. Вряд ли, на самом деле, я не знаю, где ты. Не знаешь, да, где ты? Ладно, это хорошо, так это там, ага. А, вот тут я понял. Все, хорошо, добро, тогда мы отправляемся вроде как и дальше. Блин, я думал, сейчас там машина осталась. Я думал, ты не заметил меня. Я думал, так ты меня не заметил. Я просто стал на месте, и ты сам приехал ко мне. Ну ладно. Такое тоже, как говорится, бывает, но вот знаешь, что меня напрягает? То, что нету двух тачек в одном месте. Идеально. Ёпта. Идеально. Но с моста в любом случае есть спуск. На мосту долго не спуск, задержится. Спуск, говоришь? Поэтому вопрос, в какую сторону. Спуск, говоришь? В какую сторону. Какую сторону, говоришь? Спуск, говоришь. Так, ну это, ты да, не упал, это. Значит, только мог поехать дальше. Странно. Если ты не упал, значит, поехал дальше. Ну, а может и нет. И где же ты? И где? А что по времени там получается, скажи мне? Да по времени это все уже. Тут чисто тачку сейчас привезти надо. Чисто тачку привезти надо. Чисто привезти тачку. Не знаю, где ты. А я привез тачку, и у меня, в общем-то, две тачки в одном месте, и все уже, как бы, прыгаем тогда к тебе и смотрим, нельзя, да, к тебе прыгнуть, давай посмотрим. Просто прыгни ко мне. Как? Ты спалил ее? В смысле? Я спалил не ее, я спалил первую тачку, когда ты первую машину с тобой прыгнул. Это единственное, что я знаю. Я ну ты ушел, конечно, сейчас по шоссе, но я подумал, ну ладно, просто приду в то место, где одна машина есть. Я понял. И ты сюда приехал, оказывается. Я на самом деле хотел... В другое место привези, и все. Да, в другое место привезти, но почему-то решил, что ладно, давай тут и оставим. Вот, ну ладно, как бы, да, окей, хорошо, это место ты знаешь. Знаешь, где-то еще место? Не, другие не знаю. Ну, чтобы ты понимал, рядом находится еще одна Феррари. Вот сюда я ее привез, а тут ее, короче, серьезно? Оставил. Прикольно. Да, это вообще несложно. А самая крутая тачка, это Драг Веста, находится у нас вот здесь. Но тут, к сожалению, проблемы. Эль, она проблема. Взорвалась, да, она взорвалась, когда я... Нет, она не об баллон взорвалась, она взорвалась, получается... Прикольно, ты с ноги его ударил. Она взорвалась просто при приземлении. О, нормально. Вау, фейерверки. Прикольно. Красиво. Да, она, получается, взорвалась чисто при приземлении, и поэтому, да. Я думал, ты услышишь, прикол. Кстати, взрыв. Не-не-не, ладно, ребята, ну, такая вот серия получилась. Надеюсь, что вам понравилось. Мы на этом прощаемся. Всем удачи, всем хорошего настроения. И всем пока, друзья. Пока, ребята.